всем добрейшее утречко. И чего это я сижу такая довольная, спросите вы. А может, и не спросите, но я вам все равно расскажу. Потому что сегодня, я так решила, у нас с вами стартует неделя чтения. И неделя чтения не простая, а очень интересная. И даже я сама долго ее ждала. И решила, что повод прекрасный. Повод такой бывает раз в году. В принципе, для чтения, которое я задумала, повод есть всегда, но как бы приурочить его можно к конкретной дате, и это было бы интересно. В общем, для особо прозорливых и не лишенных методов дедукции подписчиков, может быть, уже более или менее все ясно. Если они сопоставят дату сегодняшнего выхода первого ролика недели чтения и дату, когда она закончится, то все станет прозрачно и понятно. Но для тех, кто не догадался, рассказываю. Мы будем читать женщин. Ну и для тех, кто смотрел все-таки на обложку, а не просто так сюда пришел. Рассказываю. Мы будем читать с вами женщин. Неделя чтения женщин. Ух, это должно быть приурочено к 8 марта, то есть с 1 числа по 7 число мы будем с вами читать женщин, а 8 марта тоже у нас должен быть будет интересный ролик. Так вот, всю неделю мы с вами будем читать самых разнообразных и необычных женщин. Конечно, это все дело будет посвящено дню 8 марта, празднику 8 марта. Ну и в принципе, почему бы, собственно, не почитать женщин, это всегда довольно интересно. Довольно много есть произведений, даже и классических, и уж тем более современных, которые были написаны женщинами. Неделя будет проходить в легком формате, я постараюсь сделать не длинные ролики, чем-то вас развлекать периодически, но в основном, конечно, развлекать разговорами о чтении. Я выбрала 7 книг. Предполагаю, и очень бы хотелось, у меня обычно так и шло, что раньше, когда я делала неделю чтения, что я читала книгу в день. Хотя это не всегда возможно, потому что те книги, которые я выбрала, они довольно толстенькие местами, некоторые из них. Так что не знаю, как получится. Плюс ко всему, 3 книги из 7 еще не пришли мне посылки с ними, поэтому они пока что недоступны. Поэтому у нас на выбор сегодня будет только 4 книги, с которых мы начнем эту неделю чтения. Я надеюсь как-то интенсивно это все провернуть и действительно читать много, рассказать по возможности вам обо всех 7 книгах, которые я выбрала. Ну, или как получится, как пойдет. Авторки в основном в этот раз зарубежные. Я когда-то делала неделю чтения именно русских авторок. И там было 12, по-моему, книг современных русских женщин. Это я делала еще на старом канале своем. Может быть, когда-нибудь выпущу здесь эти же ролики в качестве повтора. Но в этот раз у меня не было желания зацикливаться именно на русских авторках, а я взяла все-таки большую часть из них зарубежные, и только одна есть русская авторка, она современная, о ней много говорят, она не суперизвестная, ну, хотя в кругах, где любят читать русскую литературу, она, может, и довольно известная, такая андеграунд философско-литературной тусовки, вот такой вот, ее новую книгу возьмем. А остальные это все-таки зарубежные, причем разных веков, разных периодов исторических и разных тематик. Когда я подбирала книги, которые буду читать, о некоторых этих женщинах я не знала ничего. И для меня было новинкой, что оказывается это классическая уже литература, оказывается все уже прочли ее, а я одна такая бегу за паровозом, который стремительно уходит от меня. И, конечно, мне захотелось взять эти книги и обязательно начать их читать. И сегодня мы с вами это и сделаем. Мы начнем читать. Ох, этот хруст. И здесь у меня 4 книги, из которых я сейчас достану одну наугад. И это и будет наша первая книга. Давайте же перейдем от слов к делу. Та-та-та-там-та-там. Вот такая вот книга у нас. Остальные короночки пока постоят. Это очень круто, потому что это Ширли Джексон. Давайте мы ее сразу распакуем. Ширли Джексон, может быть, вам известна как такая хоррор-триллер авторка. А здесь ее, по-моему, очень хвалит Стивен Кинг. Да, вот прям на обложке здесь вот он говорит топ-лайк. Вы ее наверняка знаете по, может быть, не ее, но вы наверняка слышали или смотрели фильм и многочисленные экранизации, по-моему, там не одна, и сериал относительно недавно был снят под названием «Призраки дома на холме». Так вот, это по ее произведению. Я смотрела сериал, мне не очень понравился, но говорят, что книга глубже и интереснее, и это действительно как бы такой образчик триллеров.
Сейчас же мы возьмем ее менее популярную книгу, но, по мнению знатоков, более даже крутую, чем «Призраки дома на холме», это «Лотерея». Ширли Джексон называли единственной практикующей ведьмой среди современных писателей. Какое хорошее описание. И в самом деле от ее рассказов веет какой-то чертовщинкой. В лабиринтах сюжетов причудливо смешиваются абсурд и загадка, создавая ни на что не похожую сомнамбулическую атмосферу, где сложно отличить реальность от вымысла. С первой же страницы возникает и ощущение, что зло совсем рядом. По мнению Джексон, оно таится в душах людей, погрязших в предрассудках и жестокости. Ярче всего предчувствие ужаса проявляется в заглавном рассказе «Лотерея», который стал классикой американской новеллистики 20 века и трижды был экранизирован. Вот видите, я ничего не знаю ни про экранизацию, ни про то, что это, оказывается, классика. Мне кажется, за сегодня мы очень классно справимся. Это небольшое такое действительно произведение. И сегодня у меня по плану есть делишки, которые займут довольно много времени, поэтому на чтение, может быть, много времени не будет. Я вам расскажу, что да как Ширли Джексон и ее лотереи. Ну что, у нас немножко смена декораций. Я приехала к себе на вторую квартиру и уже здесь сняла одно видео. И сейчас обед, я хочу пообедать, мы с вами почитаем. Почитать я почти не успела, и, может быть, что-то расскажу. И читать и обедать нужно максимально быстро, потому что мне пока светло, пока хорошо так за окном. Нужно сделать еще одно видео, оно большое, и потом нужно еще каким-то делам бежать. Короче, много дел. И, возможно, мы с вами Ширли Джексон в большей степени будем читать вечером. И это даже хорошо, потому что как бы тут у нас триллер, и уже затравочка такая интересная есть, и слог мне нравится, я прочитала совсем чуть-чуть, но это интересно. В общем, я закончила снимать для вас видео, и сейчас побежим в библиотеку. Я собрала книги на Unhaul, сейчас их надо переложить. Я отобрала книги на Unhaul, библиотечные. Вот такие книги, сюда они не вместились, ну, короче, в этом пакете не очень удобно их нести. Но попрощаемся с Обломовым, попрощаемся с папиными сказками, с бароном Мюнхгаузеном, с Аладдином и волшебной лампой, с 12 месяцами и со 100 великими чудесами. Тоже они будут у нас, значит, отправляться просто в библиотеку, в буккроссинг. Бесплатно отдаю. И тут еще целый ворох книг. Значит, Анатоль Франц «Пчелка». Такой вот «Принц и нищий». Какое-то инфо-цыганство Говард Гарнер. Это классика, по-моему, это Фауст. А нет, это Данте Альгьери. Божественная комедия. Это Пабло Неруда. Это на английском «Волшебник страны Оз». Это Диккенс, его сказка волшебная. Это Мишель Монтень. Об искусстве жить достойно. Мне кажется, все позабыли об этом после 2020 года. Роальд Даль. Очень странный эротическим подтекстом текст «Мой дядюшка Освальд». Казанова Казанова. Тоже такой своеобразный текстик. Стихи Жуковского в таком маленьком формате. И Рудьярд Киплинг. Все это перекладываю сюда и потащу в библиотеку. Вызвала себе помощника, чешем библиотеку. У Кости модная икеевская сумка с своими книгами. Костя, ты не был у нас на смотровой площадке в библиотеке никогда? Нет. Так может сходим? Может сходим. Прямо сегодня. Как настроение? Для смотровой площадки? Хочу. Там кофе продают. Не хочу на площадку сейчас. Ну, в какой-нибудь выходной день, когда будет ясная погода. Тогда сходим, да? Можно, да, так сейчас вечереет. Ладно. Смеркается. Смеркается, вечереет. Страх какой. Нет.
Настя. Технологии новейшие, но не настолько. Давай, ищи путь к знаниям. Часика забежала к себе домой, потому что договорилась о встрече с подругой. Нужно ее подождать. И Костя забрал велосипед и ушел. И мы с вами в таком драматическом свете сидим и болтаем, летит вертолет. У меня, правда, пара буквально минут, чтобы вам вкратце рассказать, что я читаю и как это все выглядит. Прочитала я 70 страниц, это немного, и мы с вами вернемся вечером к разговору о Ширли Джексон, потому что тут есть о чем поговорить. И это сборник рассказов. Я предполагала, что «Лотерея» это будет более такой сборник не рассказов, а все-таки ее какой-то прозы, но «Лотерея» это один рассказ, и он здесь будет вообще в конце. Но в целом, вообще-то, как бы если не думать о том, что это сборник рассказов, можно подумать, что это не сборник рассказов, а это такой своеобразный роман, который состоит из разных историй. Они такие, как будто чем-то похожие, потому что здесь люди оказываются, выдают себя не за себя, а не по своей воле. Ну, они оказываются в каких-то таких странных своеобразных ситуациях, что думаешь о том, что это попахивает каким-то то ли раздвоением личности, то ли какой-то, ну, максимальной странностью. Из того, что я вспомню, например, женщина понимает, что у нее кто-то крадет вещи, она обнаруживает то пропажу платка, то там духи какие-то украли, то еще что-то, и у нее есть подозрение о том, кто же может это делать. И она приходит к управляющей этого дома и говорит ей о том, что смотрите, у меня крадут вещи, и я бы не хотела тут вмешивать никого особо, но давайте разбираться. Управляющая такая махает головой, говорит, да-да-да, я все понимаю, конечно, но типа как-нибудь там рассосется. А потом она идет в квартиру, которая, оказывается, не заперта этой управляющей, видит там платки, видит там свои вещи, и в этот же момент к ней приходит эта управляющая и видит ее в своей квартире. То есть женщина, которая хочет словить кого-то на воровстве и на том, что к ней в квартиру проникают незаконно, сама кому-то проникает незаконно и выглядит тем же самым мошенником. И в этот момент, вместо того, чтобы там наорать на управляющую и сказать, ага, сволочь ты такая, да, ты у меня платки крадешь, она тушуется и начинает врать, начинает себя выгораживать и придумывать какую-то историю, по которой, из-за которой она якобы оказалась вот в этой вот комнате. Хотя это совсем ничем не обусловлено, потому что и управляющая понимает, почему она в этой комнате, и управляющая понимает, что она вообще-то, ну, ее за руку словили, она, в общем-то, вор. Но у этой управляющей очень наглое, надменное лицо. Она ведет себя уверенно, как будто бы никто ее ни за что не словил. И главная героиня становится в позу жертвы, будучи при этом как бы, ну, фактически раскрывая преступление. Ну, я не знаю, можно назвать это преступлением? Ну, казус вот этот вот, да? И они меняются ролями, и там, где вроде бы должен быть такой катарсис, что «ага, поймала тебя за руку», да? Происходит совсем что-то другое, совсем что-то неожиданное. И так происходит во всех ее рассказах. И я бы хотела поподробнее об этом поговорить. Сейчас я очень спешу. Просто, ну вот, это очень интересные рассказы. И правда, можно даже не... Ну вот, я знаю, что многие не любят читать рассказы. Просто отодвиньте от себя мысль, что это рассказы. Это про очень разных людей, которые будут в странных обстоятельствах. Они плюс-минус все живут в Нью-Йорке. Это плюс-минус один какой-то слой интересный, и мы просто будем видеть разных людей, которые из-за обстоятельств оказались в какой-то не своей шкуре. В общем, я не знаю даже, как это объяснить до конца. Когда прочитаю до конца, я вам сформулирую свою мысль и расскажу, что имею в виду. А сейчас я уже побегу к подруге, потому что она уезжает, и я хочу ей вручить презент на дорожку. И вот завтра уже она улетает, а сегодня мы должны увидеться вот в последний
Ну, надеюсь, не последний, но увидеться теперь будет значительно тяжелее. К сожалению, Минск все по-прежнему продолжает быть тем городом, из которого все уезжают. Это очень грустно. Эх, попрощалась с подругой. Грустно, с одной стороны. Вот. С другой стороны, хорошо, что люди меняют свою жизнь к лучшему, я уверена. Вот. И ветер перемен такой вот веет. Короче, какие-то смешанные чувства по этому поводу. Но, мне кажется, все к лучшему. А кроме этого, я читала Ширли Джексон, пока ждала свою подругу. И это, ребята, просто топ, пушка-бомба. Но свет просто отвратительный здесь. Поэтому приду домой, дочитаю, думаю, полностью. И тогда будет у нас с вами ночное включение, потому что здесь довольно страшные вещи описываются. И расскажу вам уже обо всем поподробнее. Давайте поговорим. Ночь, темно. Картинка максимально непрезентабельная и такая темная. И, в общем, сейчас нет ни желания, ни сил как-то выстраивать свет. Так что давайте поговорим в такой атмосфере, как есть. Поговорим мы о Ширли Джексон и о ее сборники рассказов «Лотерея». «Лотерея» на самом деле здесь — это последний рассказ. И недаром он последний, потому что, будь он первым, он бы здесь по-другому совсем заиграли бы рассказы после него. Поэтому хорошо, что он последний. Он самый жесткий, он самый в лоб, он самый очевидный, он самый кровавый и хоррорный. И понятно, почему в честь него названа вообще, в принципе, книга, назван сборник рассказов. Но я бы сказала, что вот из-за этой жесткости и топорности как бы он и не является самым интересным. Интересно вообще здесь все. На самом деле здесь куча историй, и они, каждая из них, выглядит как серия какого-то сериала. И последний вот этот вот рассказ «Лотерея», он, по-моему, даже экранизирован несколько раз был. Но тут можно экранизировать абсолютно все. Тут можно экранизировать каждый рассказ абсолютно. Чем они объединены? Здесь все герои, как на подбор, они невротики. У них какое-то невротическое состояние, у них какое-то невротическое расстройство. Они тревожники очень сильные. Они где-то что-то заподозрили, что-то почуяли, но не могут сформулировать вот этот какой-то страх в окружении, в котором вроде бы все благополучно. Речь в рассказах в основном идет об американцах. Да не в основном, здесь в принципе только американцы. Ширли Джексон – американская писательница. И здесь штаты того периода – это не сегодняшние штаты. Это штаты периода, наверное, после Великой депрессии, но до такого сегодняшнего современного, энергичного очень, да, такого вида, до того, какими мы знаем их сегодня. Ну, то есть это вот какие-то штаты 60-х, что ли, с рекламой хлопьев, если вы понимаете, о чем я. Если вы смотрели Эдварда «Руки-ножницы» или «Плезантвиль», вот эти вот фильмы, они очень похожи на то, что пишет Ширли Джексон, и они очень, похоже, отражают то, что пишет Ширли Джексон. То есть вот этот вот какой-то картиночный мирок, вот еще «Шоу Трумана», картиночный мирок, в котором чувствуется, что начнут происходить какие-то странные очень вещи. И ты даже не понимаешь, это восприятие героя такое или действительно что-то не то. Например, тут есть рассказ про женщину, которая с мужем смотрели дом. Они собрались купить дом, дом презентабельный, зашибись, все круто, все классно, все как с картинки. Вдруг вбегает кто-то, то ли соседка, то ли кто-то еще, не помню точно, и говорит: «А я ногу нашла». И она как-то это между делом говорит, типа, ну, да так просто, ну, решила тут сообщить мимоходом. Все такие: «Чё?» От нее никто не ожидал. Что именно это таким текстом написано, что ты не ожидаешь, и ну, действительно звучит как сюр. Типа, камон, шла-шла-шла, и ногу нашла, что за ерунда. Оказывается, действительно нога, оказывается, кого-то расчленили, оказывается, видимо, в этих краях есть какой-то маньяк, который, в общем, так поступает с людьми. И уже дом оказывается не таким презентабельным, да, если он находится в этом райончике. И вот, значит, наша дама остается одна и хочет где-то в этом районе пересечь просто дорогу, перекресток. И у нее начинается какой-то стресс, у нее начинается какая-то паника. Она не может перейти пешеходный переход с людьми на зеленое. Она просто не может этого сделать. И мы не понимаем, в чем дело. Ну, то есть, как бы косвенно мы понимаем, в чем дело, что явно ее напугала эта нога, которая ассоциируется тоже. Все-таки ногами же ходят люди по этому перекрестку, пешеходному переходу. Она просто сидит в кафе напротив этого
обычного, абсолютно бытового, простого пешеходного перехода и звонит мужу и просит ее забрать, потому что, ну, она напугана чем-то. И вот тут вот такие истории, они повсюду. И эти истории, кажется, не связаны друг с другом, но когда ты читаешь, ты как будто читаешь про какой-то маленький американский городок, или даже не маленький, потому что тут будет очень часто фигурировать Нью-Йорк, в котором происходит какая-то мутная дичь именно с людьми. И по факту-то здесь ничего не происходит плохого. Тут нету кишок, тут нету каких-то убийств, тут нету какого-то там глобального насилия. Ну, может, в последнем только произведении, и вот поэтому я его называю топорным и самым простым. В остальных глобально ничего криминального нет. Но нерв какой-то здесь надорван. И это вот психологический триллер. Это вот, не знаю, как в фильме «Забавные игры». Ты вроде попадаешь в ситуацию, понимаешь, что, ну, вроде ничего криминального нет. А... блин, стрёмная эта ситуация. И вот тут вот у нее такие герои, такие ситуации повсюду. И ты читаешь этот рассказ, с первого раза что-то думаешь, так, не поняла, надо перечитать. Со второго раза перечитываешь, тоже получаешь удовольствие. С третьего раза доходит вообще все хорошо. Главное, что эти рассказы так построены, что тебе постоянно хочется продолжения. То есть вот почему я говорю, что мне хочется почитать большую прозу. И эти рассказы, в принципе, вместе смотрятся как такая... ну, история, какой-то сериал. И они здесь, составитель неплохо, мне кажется, поработал. Они здесь довольно грамотно составлены так, чтобы это действительно выстраивалось в какую-то линию. Правильно перемежевывалось с эмоциональной точки зрения. То есть идет потяжелее рассказ, идет полегче. Идет тематический рассказ, один, второй как-то похож с ним, чем-то идет следом. Даже имена у героев здесь похожи, и, может быть, даже одни и те же. Вот если они одни и те же, то можно воспринимать это действительно как серию и продолжение серии с этим же персонажем. Здесь очень часто еще фигурируют дети. А мне кажется, когда дети фигурируют, это вообще добавляет какого-то ужаса всему происходящему, потому что дети — это всегда вроде бы такое светлое и беззащитное. Но здесь дети не всегда такие. Например, есть один рассказ. Причем мы не видим этого наверняка, но на хозяйскую собаку, очень такую милую, добрую, хорошую собаку, что-то нашло, по словам соседей, и она погрызла соседских кур. Но мы этого не знаем наверняка. Мы не видели ни собаку, не видели на ней никаких следов этих кур, ни перьев, ни крови, ничего. Мы только знаем со слов соседей, что собака погрызла кур. И узнает это мать семейства. Она в растерянности, она не знает, что делать, она в шоке. Она не ожидала такого от своей прекрасной собаки. Собака же лапушка, и у них двое детей, и все вроде бы хорошо. А соседи начинают бить в гон. Если собака сделала такое однажды, она это повторит. И женщина в полной растерянности, у нее вообще-то приличная семья, приличный дом, в них не происходит таких ситуаций. А потом подключаются дети. И дети вроде бы... мы ждем какой реакции от детей, если они узнают, что их собаку хотят пристрелить за то, что она съела кур. Что они будут плакать, что они будут оправдывать свою собаку, что они как-то поступят как вот светлые ангелы, да, на этой земле. Очень по-детски и наивно. Но они узнают эту историю, начинают хохотать и рассказывать маме, каким образом садистским можно отучить эту собаку от... нападение на кур. И это очень жесткий такой рассказ, потому что мы до конца, ну вот, оказываясь на месте этой героини, не понимаем. Дети просто играются, дети шутят. Дети, может быть, это какая-то шутка у них, это же, ну они же дети, да, они могут всякое. И там не один такой рассказ, где дети оказываются в таком положении, где ты не понимаешь, это ребенок, он прощупывает какую-то зону дозволенного вот своим каким-то поведением, своими рассуждениями. Или он уже личность, которая так сформировалась, которая так думает и который жесток. Вот. И вот через это все она проходит. И она очень классно это описывает. И у нее в обычных бытовых сценах очень сюрреалистичные какие-то вещи происходят. Хотя при этом нет мистики, нет какой-то, ну, вот, загадочности там, да, нет какого-то криминальной даже составляющей. Но она так это описывает. Такой текст, у нее персонаж порой бывают такие какие-то наивные, что ли, из-за этой их наивности они попадают в какие-то совершенно глупые ситуации и идут туда, куда не надо было бы идти. И вот это тоже нагоняет страха. В общем, честно говоря, я не ожидала, что мне настолько понравится Ширли Джексон. И вообще там, где всякие кинги учились, мне кажется, Ширли Джексон преподавал. Здесь так много
американской классики и американской современной литературы в этих рассказах. Это вообще, в принципе, лучшие рассказы, которые я читала. То есть рассказы вообще сложно читать. В рассказах не каждый может раскрыться, но это не про нее точно. То есть вы открываете эту книгу, и эти рассказы, они, может быть, будут более завораживающими, чем большая проза. Я не знаю, я еще не читала большой прозы, но это точно впереди. И они выглядят как действительно какой-то полный рассказ о разных персонажах, просто какой-то сезон сериала, вот я вам точно говорю. В них очень видны вот эти основы, фундамент, так называемый на сегодняшний день американской готики, американского психологического триллера. Это очень классно. Я очень рада, что мне попалась в руки Ширли Джексон, которая умеет из простых бытовых историй без напряга сделать напряжение, вот я бы так сформулировала. То есть без дополнения каких-то, без мистических штук, без какой-то чертовщины, дьявольщины, а чисто из очень точного описания, очень точного, скрупулезного составления слов, описания своих персонажей и их поведения сделать так, чтобы тебе было тревожно вместе с ними. И она действительно описывает какой-то срез общества. Это еще общество, как бы привыкшая к такому семейному укладу, но общество, которое идет к очень разрозненной такой, где каждый сам за себя, такой одинокой жизни мегаполисов, где как раз-таки тревожность — это то, что сопровождает очень многого, если не каждого, в жизни больших городах, где все одиноки, где шум, где легко потеряться, где нет помощи, где ты только сам за себя, нет какого-то комьюнити слаженного. Вот, и эти люди как бы еще живут в старом мире, но уже чувствуют какой-то предвестник нового. Мне кажется, я очень много болтаю про Ширли Джексон, и думаю, нам доведется с вами поговорить еще о ней в большой прозе, потому что я прям вот очень хочу почитать после того, что прочла здесь. Вот, а сейчас я уже отправлюсь в баньки, дорогие друзья. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, заходить ко мне в Инстаграм, Телеграм и на Бусти. Там кидать мне донаты за дополнительный контент или просто так можно кидать донаты. Всегда рада поддержке. И встретимся уже с вами завтра в новом дне и почитаем какую-нибудь новую, прекрасную, уверенно, даму. Пока-пока.